Так что пока ракетчиков буду представлять я один. Но все-таки традиции должны быть, и я каждый раз в эти дни начинаю с одной и той же песни «Мой дом, ракетные войска». Поясню только немножко, там есть термины БРК, это боевой ракетный комплекс, ЗИП, это запасные инструменты и приборы, и упоминается некий Моше Даян, который в 70-х годах прошлого века был популярный. Это такой одноглазый был министр обороны Израиля, который, кстати, заканчивал нашу Советскую военную академию, кто не знает. Итак, с наступающим праздником. Мой дом – ракетные войска, я родился на БРК, но главная часть моя была без ЗИПа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже, но есть гитара и невырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, ведь мне Даяны и Маше, и даже Мао одинаковы сугубо. Но я защитник и оплот, меня ведь партия ведет, и говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет? Ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Конечно, пью, а кто не пьет? Ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Мой дом – ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без ЗИПа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до одури и пьянствую до хрипа. Кстати, насчет...